установить мотив преступника, определить ход расследования и дать оценку совершенным деяниям. Дорога длиной в 10 трудовых лет для следователей Брещины не была легкой. В производстве за это время находилось около 150 тысяч возбужденных уголовных дел, 52 тысячи из которых впоследствии переданы прокурорам для направления в суд. За цифрами стоит труд большого коллектива работников, которые, невзирая на погодные условия и время суток, выходили и выходят на службу, разбираясь в деталях и мелочах. За время существования Следственного комитета на счету брестских следователей десятки тысяч успешно раскрытых преступлений, немало профессиональных побед и свершений. Должен сказать, что за сухими цифрами статистики скрывается работа на местах происшествия, независимо от погодных условий, времени суток, кропотливая работа и скрупулезная оценка доказательств в тишине следственных кабинетов. С одной стороны, бессонные ночи, напряженная работа, с другой – торжество справедливости. На торжественное собрание были приглашены лучшие работники со всего региона. В честь десятилетия ведомства им были вручены медали, грамоты, благодарности, в отдельных случаях – новые внеочередные звания. Слова поздравлений представителям Следственного комитета адресовал губернатор региона Юрий Шулейко. В своей приветственной речи председатель облсполкома поблагодарил их за работу и профессионализм. Огромное спасибо за ту работу, которую вы сегодня делаете во имя государства, во имя справедливости, закона, надежности нашей страны. И каждый день, выходя на работу, как фактически военный человек, вы в душе, отдав присягу стране, делаете то, что необходимо сегодня, согласно закону Республики Беларусь. Еще одним важным гостем мероприятия стал Валерий Вакульчик, помощник президента, инспектор по Брестской области. В свое время именно он стоял у истоков образования Следственного комитета Беларуси и помнит, как все начиналось. Именно благодаря вам, уважаемые следователи, а также нашим ветеранам, Следственный комитет состоялся и занял достойное место среди государственных органов Республики Беларусь. Сегодня следователи действительно имеют на вооружении самую современную технику, работают в новых благоустроенных помещениях. Много было сделано за прошедшие 10 лет. Не меньше задач у работников Следственного комитета будет и дальше. Именно поэтому они постоянно повышают навыки своего профессионального мастерства, регулярно посещают тематические сборы и другие обучающие мероприятия. Спектр занятий достаточно широк. Задача не сводится к механической фиксации увиденного. В каждом отдельном случае нужно видеть детали. Молодым следователям Брещины в этом вопросе повезло. Руководством областного управления разработан и претворен в жизнь целый комплекс мер, которые должны помочь сориентироваться новичкам в непростом деле установления истины, чтобы принцип а теории к практике работал еще эффективнее. Такое внимание к себе молодые сотрудники ценят и стараются использовать все предоставляемые возможности для развития и профессионального роста. В общем, коллектив нашего отдела и вообще сама организация Следственного комитета старается помочь каждому молодому сотруднику в достижении каких-либо личных результатов, как в своей профессиональной деятельности, так и в каких-то личных интересах. Например, в различных спортивных мероприятиях нам позволяют участвовать, в различных интеллектуальных мероприятиях, соревнованиях. И для каждого человека вот работа в Следственном комитете, я считаю, что приносит для каждого сотрудника колоссальнейший опыт и возможности дает для развития. За эти годы Следственный комитет превратился в монолитную структуру, структура, которая заняла прочно свое место среди правоохранительных органов Республики Беларусь. Сотрудники на сегодняшний момент обеспечены всем необходимым, начиная от форменного мундирования и заканчивая теми помещениями, о которых мы в свое время, начиная службу, могли только мечтать. Награды и звания нашли своих обладателей. Уже сегодня им предстоит вернуться в трудовые будни, где каждый из них будет делать свою работу по совести и чести. Нам есть чем гордиться. Мы приходим к празднику с хорошими успехами и приятным настроением. Уверен, что сотрудники управления Следственного комитета по Брестской области и в дальнейшем, благодаря своему профессионализму, целеустремленности, будут соответствовать любым новым вызовам времени и успешно решать все стоящие перед подразделением задачи и в будущем. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.